Почти полгода назад в этом двухэтажном жилом доме на улице Бабушкина, 71, произошел сильный пожар. Жильцам тогда предоставили на время муниципальное жилье, а здание так и осталось не у дел. За все это время ответственные ведомства не позаботились о сносе строения, а ведь оно представляет реальную угрозу для окружающих, тем более рядом школа. Ребятишки лазят, вот его несколько раз вот эти окна по низу, двери все забивали досками, чтобы не лазили. Что-то дня три пройдет, на дрова стопят, все доски вот оторвут. В общем, боимся, что он завалится и детей придавит. По словам местных жителей, здесь даже нашлись умельцы, которые выпилили часть стены для использования в качестве дров. Даже не специалисту видно, что не сегодня-завтра это сооружение может рухнуть. Почему опасное строение до сих пор не снесли, мы решили выяснить в администрации Октябрьского района. И как нас заверили, это всего лишь дело времени. На сегодняшний день мы не можем демонтировать данное строение, потому что не решен вопрос по расселению граждан. Вопрос стоит на контроле у администрации по расселению данных граждан, после чего будет вопрос решен по демонтажу данного строения. Конкретных сроков пока нет, однако нам пообещали, что здание все-таки снесут. Кроме того, в Октябрьской администрации заявили, что за строением постоянно следят. Отдел полиции проводит рейды на выявление фактов проникновения и нахождения в этом доме посторонних лиц. Руслан Батуев, Виктор Грановской. Новости дня.